Девчонки, всем привет! С вами Сакура, и сегодня я хочу вам показать свой очередной заказик с польского интернет-магазина Makeup Story. По идее, девчонки, это мой четвертый заказ, также у меня будет и пятый, но куда же делся мой третий заказ? А мне его пришлют аж в сентябре, обещали в начале сентября сразу же прислать, и дело вот в чем. Он у меня самый большой, а оказывается нельзя более 20 позиций на одного человека, на один паспорт, в общем, как бы получать, то есть покупать, да, из-за границы, так я понимаю. То есть из-за того, что вот это все идет из Польши, на таможне просто это не пропустят. На одного человека 20 позиций товара. И неважно, закажете вы 20 мыл за 30 рублей, либо же, не знаю, какие-то другие более дорогие марки, более дорогие позиции. В общем, как-то так. Поэтому будьте внимательны. Сайт просто великолепный, цены просто шикарные, марки просто какие-то недосягаемые, поэтому я, конечно же, буду и дальше делать заказы, и буду в следующий раз думать, нужно ли мне 6 кусков мыла за 30 рублей, либо же можно взять 2 кусочка мыла и заказать что-то поинтереснее. Ну вот я не знала, буду знать. В любом случае, хочу, конечно же, с вами поделиться своим заказиком. Такая информация к размышлению, возможно, вам это будет интересно. И на этот раз я все-таки решила озвучивать цены, потому что одно дело, знаете, сказать, это бюджетный заказ, в общем, все супер, все доступно, но когда человек слышит эти цены, это уже другие разговоры, поэтому сегодня буду как бы и цены озвучивать. И давайте начнем с марки Белинда, это у нас Польша, и я себе заказала крем, вот такой вот крем, он у нас идет как дневной, так и ночной, называется он у нас легкий увлажняющий крем для дня и ночи. Здесь у нас 50 миллилитров, конечно, по-русски нет ничего, но на сайте все, конечно, по-русски, с объяснениями, с описаниями, составами, поэтому я там все прочитала. Все было упаковано в пленку, но я достала, потому что интересно было, конечно же, посмотреть на саму баночку. Баночка выглядит вот таким вот образом. Это у нас, девочки, стекло. Открывать я не буду, пробовать не буду, потому что я совсем недавно приобретала крем для лица Yves Rocher. Он мне так отлично подошел, поэтому этот пока я немножечко уберу в запасик. Благо, сроки годности позволяют, хорошие, поэтому не вижу смысла открывать несколько банок для лица. Это вам не крема, для рук они уходят достаточно долго. И стоимость данного крема, девочки, у нас 326 рублей. Далее, от марки Белинда я себе заказала еще бальзам для губ. Так, называется он у нас бальзам для губ Белинда «Слива». Вот такой вот бальзамчик для губ. Немножечко упаковочка помялась. При комплектации, наверное, надавили. Ну, неважно, ничего страшного в этом нет. В целом, все отлично, не повредилось. У меня со сливой, но посмотрите, здесь есть с вишенкой. Здесь у нас есть с малинкой. Потом это у нас прозрачный какой-то, не знаю, с маслами, я так думаю. И с клубничкой. У меня же со сливой. В прошлом заказе я вам показывала, что я заказывала такой проявляющий бальзам, то есть он у нас сначала бесцветный, потом реагирует на кожу губ, на pH, и, в общем, становится все ярче, ярче, и, конечно же, такой бальзам, он не, ну, им не будешь пользоваться на постоянной основе, потому что все-таки, ну, спать ты с ним не ляжешь, все вымажешь, ну, и не всегда как-то это удобно. Поэтому я решила еще заказать этот, но он тоже как бы цветной, но не проявляющий. Тоже от марки Белинда, я уже его нанесла на губы, уже хожу несколько часов, очень мне понравился, ощущения просто потрясающие, как маслица, нет ни липкости, девочки, ничего. И я как-то поначалу заказала, а потом одумалась, вот так выглядит тюбичек, тюбик достаточно большой, 10 грамм, попробую использовать, но оказалось, что на самом деле он не особо-то и цветной, то есть, ну, есть, да, какой-то цвет,
когда выдавливаешь его, цвет есть. Но на губах он очень-очень прозрачный такой становится, то есть немножечко ваши губки становятся более яркие, более красивые, но это такой нюд-нюд, что если цвет, пигмент губ достаточно яркий, то есть он у меня не особо, может, и яркий, но не невзрачный, поэтому он сливается с пигментом губ, и просто губки такие немножко увлажненные, немножко с виду блестящие, но по факту это практически бесцветный продукт. Стоимость его 136 рублей. Дальше марка тоже Белинда. Так мне понравилось знакомство с этой маркой, девочки, что я решила, конечно же, знаете, когда что-то нравится, хочется еще что-то прикупить, что-то еще попробовать. Поэтому, да. И я все-таки, девчонки, помните, у меня было... Я все время пользовалась мицеллярками, и были у меня какие-то пробники двухфазных средств, я их использовала, говорила, они классные, но я не привыкла к масляным текстурам. И что же самое интересное, когда у меня закончились все эти миниатюрки, я поняла для себя, что мне нравится для глаз жидкости вот эти вот двухфазные. Они быстрее снимают, как-то не травмируют глаза. Это, знаете, 2 секунды и весь макияж снят. И поэтому я решила для себя приобрести 2 двухфазные жидкости от Белинда. Ой, вот такие вот. Одна у нас идет... Так. Питательная двухфазная жидкость для снятия макияжа с глаз и губ. И увлажняющая двухфазная жидкость для снятия макияжа с глаз и губ. Они стоят по 163 рубля каждая. Их там несколько видов, есть и с авокадо, и, в общем, еще какие-то. Но я, честно, девчонки, выбирала просто по внешнему виду. Очень мне понравились оттенки этих средств для снятия макияжа, и я решила взять именно их себе. То есть одно средство я поставлю сейчас в использование какое-то из них, и одно поставлю на сменку, то есть немножечко в запасе. Это то, что касается марки Белинда. Также я решила себе взять марку «Зеленая аптека». И это у нас уже идет мицеллярное средство, мицеллярка обычная. И это, кстати, не самый большой объем, девчонки. Самый большой объем, он немножечко стоит дороже, но я решила, знаете, не брать бадью. Это у нас... Так. Мицеллярная вода 3 в 1 овес. Девочки, зеленая аптека – это украинская торговая марка, но данные продукты, они изготовлены в Польше для польского рынка, поэтому уже здесь мы видим название Green Pharmacy, а не зеленая аптека. Здесь, кстати, если у этих продуктов я открыла крышечки, но особо аромат не услышала, возможно, я буду слышать аромат, ну, какой-то чуть-чуть свеженький, да? Еле-еле. Возможно, буду слышать аромат, когда буду использовать и наносить на ватный диск. Здесь же слышится аромат растительный. Девчонки, кстати, обратите внимание, кто любит растительные ароматы, на марку «Зеленая аптека». Кстати, хочу немножечко такое отступление сказать. С данной маркой я знакома очень-очень давно, потому что это украинская торговая марка. Я сама, как вы знаете, кто не знает, я родом с Украины. Я раньше там жила. И «Зеленая аптека» – это очень известная марка. Она достаточно давно существует на украинском рынке. И когда я была на бюджете, да, то есть у меня не было больших особо денег, чтобы все себе позволить, я шла, да, в косметический магазин, и там вот примерно по той же стоимости была «Чистая линия», «100 рецептов красоты» и «Зеленая аптека». Но «Зеленая аптека», она стоила подороже этих марок, немного дороже, но не сильно. Я все-таки покупала «Зеленую аптеку», знала, что эта марка меня никогда не подведет, от нее никогда не будет аллергии, она всегда будет работать. У этой марки очень-очень много-много товаров, но, к сожалению, в России она представлена просто по минимуму, и такие товары, которые мне просто неинтересны, то есть, ну, это где-то 10% представлено в России из того, что есть. На самом деле,
выбор просто огромный. Когда я увидела, что на Makeup Story просто огромнейший выбор зеленой аптеки, я, конечно же, с удовольствием хотела заказать. 2 года назад я привозила кое-что из Киева, когда там была. В общем, и вот сейчас наконец-то купила и буду в дальнейшем покупать. С удовольствием, конечно, буду пользоваться этой водичкой. Дальше от зеленой аптеки, Green Pharmacy, в общем, как здесь написано, я заказала масло для ванны, чайное дерево, и масло для принятия ванны, душа, бергамот и лайм. Каждый стоит по 154 рубля. Значит, двухфазная жидкость для снятия макияжа у нас стоит... Ой, двухфазная. Какая двухфазная? Три в одном. Авёс 142 рубля. 142 рубля. Эти же малышки-пузатики стоят у нас по 154 рубля. Немножко, девчонки, когда ищешь цены, озвучиваешь их, конечно, не такое может динамичное видео, с немножко задержками, но просто вот хочется вам сказать. И скажите, девочки, вам важно знать, сколько это стоит, потому что, ну, действительно, сайт как бы необычный, непривычный, да? Итак, это оба продукта можно использовать как пену для ванны, как вместо геля для душа, как масло для душа. Очень интересный мне понравился дизайн. Я такого раньше не видела у зеленой аптеки. То есть они такие прикольные, пузатенькие, какие-то формы просто потрясные. Очень красиво сделано. И здесь у нас очень насыщенный аромат чайного дерева. Девочки, я когда заказывала, немножко как бы сглупила, потому что, ну, чайное дерево, это чайное дерево, все мы знаем его аромат. Он достаточно звонкий, резкий, хотя здесь он такой более смягченный, более приятный. Я, конечно, буду все равно с большим удовольствием пользоваться этой штучкой, но я что-то подумала, что это зеленый чай, вот честно, если так. И здесь уже у нас лайм и бергамот, здесь аромат намного кайфовей, думаю, более универсальный, такой цитрусовый, приятный, обалденный. Безумно рада, конечно, что эти штучки я себе купила, девочки. Дальше, что хочу показать, это у нас мыло. Так. Так. Стоимость его 39 рублей. Это мыло с ромашкой от польской марки Barva. Здесь у нас 100 грамм. Но особо так я не слышу аромат. Знаете, здесь нет какого-то такого химического яркого аромата. Ну, в общем, буду пробовать. Буду пробовать. Также из декоративной косметики я заказала карандаш для глаз от марки Moa. Это у нас Великобритания. Стоимость его 119 рублей, девочки. Оттенок у нас так, Berry Vance, ягодное вино, так что ли. Я уже показывала вам как-то палетку от марки Moa и хайлайтер от марки Moa. Так мне понравились они, произвели на меня действительно хорошее впечатление, особенно палетка теней, просто великолепная. Там пигментация, стойкость и просто вообще качество шикарное. Посмотрите мое видео, если вам интересно, просто супер. И я решила заказать карандашик такой от марки Moa. И, в общем-то, оттеночек, кстати, здесь вот такая вот точилочка, ну, к самому карандашике. Вот такой вот оттенок. Я давно ищу вот этот вот оттенок баклажана, да, если грубо говоря, и почему-то не нахожу. Я уже и в Клорансе покупала, и там покупала, и в Сефаре покупала, но ничего мне не подходит, а этот оттенок мне понравился. И если честно, да, вот такие вот подробности, то есть я дома хожу без макияжа. Единственное, это бальзам для губ. Я не вижу смысла дома краситься. Для чего это? Я на улицу, да, я всегда выхожу, накрашена, все дела. Но дома я не крашусь, во-первых, потому что ребенок меня постоянно трогает. Ну и зачем дома красить лицо? Я как бы не понимаю.
В общем, суть в том, что я решила все-таки накрасить глаза. Это я к тому, что у меня не было на мне ни пудры, ничего. То есть в течение дня все-таки лицо у меня жирное, да. Но лицо не особо жирнится, как бы так, а вот веки жирнятся намного больше. И несмотря на это, этот карандаш не скатался, как-то не перепечатался, поэтому мне вот понравилось. Конечно, буду еще пробовать на тени его наносить, посмотрим, как себя поведет. Но первые впечатления очень хорошие, и за стоимость такую вообще смешнючую, просто смешнючую. Ну и напоследочек, девочки, я оставила духи. Так, марка Miracle, стоят они всего 150 рублей, и это у нас быть может. Девочки, кто такого возраста, как я, 30, 30 с плюсиком, может, вы помните у своих мам, у своих бабушек вот такие вот духи. Это у нас Польша, у нас здесь все производство Польша, кроме вот Муа. И несмотря на то, что торговая марка украинская, зеленая аптека Green Pharmacy, все равно тоже производство Польша. Это у нас Рим. Их есть несколько видов. Девочки, когда я увидела эти духи, я захотела себе их приобрести, потому что, ну, посмотрите, даже такой флакончик, вот как раньше, девочки, ну, я люблю такое, знаете, отсыл такой к винтажности, очень мне захотелось их у себя иметь, потрогать, пощупать, повдыхать, в общем, девочки. И, кстати, они были забиты под завязочку, это просто вот я немножечко пролила, прям вообще под самый не хочу они забиты. Давайте я вам прочитаю, что и с чем их едят, в общем, описание аромата. Так. Значит, это у нас тип аромата древесные, мускусные, цветочные. Начальная нота альдегиды, питоспорум. Нота сердца жасмин, иланг-иланг, красная роза. Конечная нота дубовый мох, лабданум, сандаловое дерево. Девочки, и да, здесь слышится, что это альдегидный аромат. Это есть, и это придает ему винтажности конкретной такой, но при этом он сам по себе очень женственный, очень цветочный такой, знаете, очень такой, ну прям, вот какой должна быть женщина, то есть вот мягкость, цветочность, вот это все в нем есть, несмотря на то, что альдегиды чувствуется. И я здесь, наверное, больше чувствую иланг-иланг. Ну и, в общем, цветочные ноты. Вот как-то так. Больше я вот все-таки иланг-иланг выделяю. Безумно рада, что у меня это потрясающая такая винтажная малышка будет теперь в коллекции. Девчонки, это был весь мой заказ. Он мне обошелся, вся эта радость, в 1546 рублей. Заказ этот мне шел, девчонки. Так, сейчас я посмотрю. То ли 10, то ли 11 дней. Вот что-то такое. Я безумно рада заказу, и это мой 100% не последний заказ, который я вам покажу, потому что еще два заказа ко мне приедут, и 100% не последний, который я заказывала, потому что ну, настолько все интересно, и хочется всего попробовать, для себя что-то открыть. Единственное для себя, что я открыла, то, что я без ума от польской косметики, то, что она мне очень подходит, как я и в общем мечтаю познакомиться давно с Польшей, поехать туда. Мне интересна эта страна, интересно все там, и я с большим удовольствием вам рекомендую этот сайт. Девочки, я все заказываю за свои деньги, тут просто искренне хочется вам порекомендовать зайти туда и открыть для себя много косметических вкусняшек, которые, минуточку, может позволить себе каждая, потому что, ну, цены очень-очень доступные, и бесплатная доставка от 1200 рублей, то есть, ну, вообще, да. Вот такая вот у меня радость. Хотелось с вами поделиться. Спасибо большое за внимание. С вами была Сакура. Всем пока-пока.